Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала «Сделано в Казахстане АК-79». Сегодня одной из самых острых проблем, которые сейчас стоят перед казахским народом, является сохранение своей индивидуальности. Особенно, если учесть, что Казахстан расположен между такими огромными цивилизационными гигантами, как Россия и Китай, которые уже сумели проглотить немало народов и национальных культур. Сегодняшний мой ролик я посвящаю великому лидеру национально-освободительного движения казахского народа Міржақыпу Дулатову. Да, вы не ослышались. Міржақып Дулатов был лидером национально-освободительного движения. И сегодня идет огромная целенаправленная работа в отношении Міржақыпа Дулатова, чтобы показать его только писателям и поэтам. Откройте любой сайт, пролистайте любой учебник по истории Казахстана, и вы в этом убедитесь сами. А чем хуже наш Міржақып Дулатов Николая Чернышевского? Почему Чернышевского, Огарева, Добролюбова в истории России показывают прежде всего революционерами-демократами, а нашего Міржақыпа предпочитают причислять к писателям и поэтам? Зачем это делается? А делается это для того, чтобы принизить роль Міржақыпа, чтобы современные казахи смотрели на этого великого политического деятеля просто как на литератора. И это почти удается. Спросите любого подростка, даже взрослого человека, кто такой Міржақып Дулатов. И вам ответят, поэт или писатель. И поэтому он неизвестен большинству казахов, которые никак не могут полностью оценить всю величину этого великого представителя казахского народа. А ведь Міржақып Дулатов в первую очередь национальный лидер, которого заботила только судьба и будущее родного казахского народа. Не найдете ни одной статьи, поэмы или романа, которые были бы для Міржақыпа просто художественным произведением. Почти все произведения Міржақыпа Дулатова являются инструментами политической борьбы за улучшение жизни своего народа. Сегодня многие знают литературное творчество Міржақыпа, но вот о его политической деятельности либо вообще не говорят, либо ограничиваются сухой фразой «был одним из основателей партии Алаш». Но все эти умники даже одной этой фразой совершают большую ошибку. Ведь если Міржақып был основателем политической партии, значит он был политиком. Ведь главной целью любой политической партии является завоевание государственной власти. Итак, какие же политические мероприятия проводил Міржақып Дулатов, о которых мы вообще не знаем или же знаем очень мало? Во-первых, именно Міржақып был одним из авторов знаменитой Каркаролинской петиции, составленной в июне 1905 года. Она была составлена на съезде представителей казахской знати. Ее подписали 42 влиятельных казаха Каркаролинского уезда Семипалатинской области. Позднее к ней присоединились казахи других уездов Семипалатинской и Акмолинской областей. Петиция была оформлена в виде телеграммы и отправлена на имя царя через местный телеграф. Копии петиции были посланы в редакции таких центральных российских газет, как «Сын Отечества» и «Русские ведомости», а также министру внутренних дел Российской империи. Основное содержание петиции состояло в том, чтобы допустить казахов к работе в Государственной Думе. Кроме того, петиция отражала и такие насущные проблемы казахского общества, как остановить переселение русских крестьян, прекратить изъятие земли у казахов, предоставить казахам самоуправление в виде земства, разрешить создать свой муфтият. И хотя царизм на выполнение этих всех требований и не согласился, так как они не отвечали интересам колониальной политики Российской империи, но все же сама подача Каркаролинской петиции демонстрировала рост политической зрелости казахского народа. И почему-то в учебниках по истории Казахстана этому важнейшему документу не отводится достаточного внимания. А даже если и существует ссылка на Каркаролинскую петицию, при перечислении авторов очень редко указывается Міржақып Дулатов. Во-вторых, когда царским указом от 3 июля 1907 года казахи были лишены права участия в Государственной Думе России,
Именно Миржакып Дулатов был направлен в Санкт-Петербург на Всероссийский съезд партии кадетов делегатом от казахских конституционных демократов. Именно на этом съезде Дулатов подверг критике это решение царского правительства как несправедливое следующими словами. Если при решении казахских вопросов не будут участвовать депутаты от казахов, то никакого компетентного решения принято быть не может. В-третьих, Миржакып Дулатов, прекрасно владевший тремя иностранными языками – русским, арабским, индо-пакистанским, урду – являлся одним из первых казахов, который стал широко поднимать проблему неравноправного положения женщины на мусульманском Востоке. В-четвертых, Миржакып Дулатов является основателем казахской политической журналистики. С 1911 года, вначале работая в журнале «Айкап», а с 1913 до 1918 года, являясь совместно с Ахметом Байтурсыновым главным редактором газеты «Казах», издававшейся в Оренбурге. Именно Миржакып Дулатов стал одним из первых, кто открыто в своих статьях подвергал критике социальное и политическое положение казахского народа под гнетом Российской империи. Даже в советское время, находясь под постоянным наблюдением НКВД, Миржакып Дулатов продолжал пропагандировать смелую журналистику, которая бы в лицо власти высказывала все ее промахи. Так, работая в советских газетах, Дулатов резко выступил против отмены арабского алфавита, опасаясь разрыва связи казахского народа со своей историей и прекрасно понимая, что введение кириллицы нанесет удар по статусу казахского языка и исламу. В-пятых, почему-то мало говорят о том, что Миржакып Дулатов в 1916 году вместе с Байтурсыновым и Бөкейхановым выступил против царского указа о мобилизации казахов на тыловые работы. В своем призыве «Алаштың азаматы», опубликованном 11 августа 1916 года, Миржакып Дулатов вместе с Бөкейхановым и Байтурсыновым призвал казахский народ потребовать от царского режима привлечь казахов как солдат, а не как унизительную рабочую силу. Это, считал Дулатов, позволит впоследствии казахам уже смелее требовать от царского правительства предоставления национальной автономии. При этом Дулатов и его друзья прекрасно понимали, что ни в коем случае нельзя поднимать вооруженное восстание, так как сопротивление царскому указу может привести не только к массовым репрессиям против казахского народа, но и к тому, что царизм может воспользоваться этим для усиления колониального гнета казахов. В-шестых, когда все же казахи массово поднялись на вооруженное сопротивление в 1916 году, которое закончилось кровавыми репрессиями, увеличением изъятия земли у казахов, увеличением количества русских переселенцев, именно Миржакып Дулатов одним из первых встал на путь оказания реальной помощи замученному казахскому народу, создав первый в казахской истории фонд помощи голодающим казахам Семиреченской и Сырдаринской области под названием «Жанар». Впоследствии, уже во время массового голода 1920-1922 годы, Миржакып Дулатов снова создает вместе с Жусупбеком Аймаутовым благотворительный фонд и сумел собрать 15 тысяч голов коров и лошадей, которые были направлены в наиболее голодающие аулы Восточного Казахстана. В-седьмых, Миржакыпа Дулатова часто просто берут и причисляют к одним из создателей партии «Алаш». При этом мало кто задается вопросом, а почему почти на всех фотографиях Миржакып Дулатов изображен рядом с лидерами этой партии Алиханом Бөкейхановым и Ахметом Байтурсыновым? И возникает логический ответ. Значит, Миржакып был не просто одним из основателей этой партии, а был одним из ее лидеров. Действительно, в партии «Алаш» Миржакып Дулатов стоял на третьем месте после Бөкейханова и Байтурсынова. Именно Миржакып был одним из организаторов первого всеказахского съезда в Оренбурге, где фактически было оформлено создание партии «Алаш». А в декабре 1917 года Миржакып Дулатов созывает второй общеказахский съезд, который провозглашает алашскую автономию. При этом также мало кто знает, что именно Миржакып Дулатов написал программу партии «Алаш».
И последнее. В учебниках по истории Казахстана и иных материалах по казахской истории почему-то совершенно отсутствует такая информация о Миржакыпе Дулатове, как то, что он был прекрасным юристом, историком и математиком. Еще в 1922-1925 годах в Ташкенте Миржакып написал школьный учебник по математике, состоявший из 4 частей. Также начал составление учебного пособия для вузов по казахской истории. Кроме того, работал в народных судах Петропавловска и Семея. Вот таким был великий сын казахского народа, неутомимый борец за права казахов Миржакып Дулатов, которого сегодня нам хотят преподнести только как одного из известных писателей и поэтов. Хотя на самом деле Миржакып Дулатов является лидером национально-освободительного движения казахского народа. И именно под таким статусом он и должен в первую очередь стоять в казахской истории. Не зря, когда на допросе в 1929 году его обвинили в том, что он является лидером казахских националистов, Миржакып сказал следователю: «Мен тек казах елі казаққа тиесілі болғанын қалаймын». А в своем последнем слове на суде Миржакып заявил: «Өз елімнің болашағы үшін мен барлық мүмкіншілікті қолдануым қажет. Егер де мен қателесем, елім мен бірге қателесем». Бірақ Миржакып Дулатов қателеспеді, өйткені оның істеген ең еңбегі қазақ тарихында өзінің ойып алар орны әлі күнге дейін жоғалмайды. Сондықтан да біз қолымыздан келгенше Миржакып Дулатовтың тек қана ақын, жазушы, журналист, публицист емес, ең бірінші сәтте, ең бірінші қатарда ұлт азаттық қозғалыстың көсемі ретінде дәріптеу керекпіз.